Парфентий. Обычный кот, лентяй, лежебока и, конечно же, любимец всей семьи. Его жизнь текла размеренно и плавно, пока однажды... Парфентий, мы едем в деревню! Мама сказала, что мы там проведем целое лето! Она разрешила взять тебя со мной! Мяу! Вот так в один момент налаженная размеренная жизнь Парфентия изменилась. Теперь целое лето ему предстояло прожить в деревне. Эй, посмотрите, кто тут к нам приехал. О, городской горемыка. Какого-то заморыша привезли. Ладно тебе, принц. Вспомни, каким тебя подобрали. Ты ведь тоже был городским. Ну, ты сравнила. Привет, ребята. Меня зовут Парфентий. Слышь, городской, ты к нам не подмазывайся. Мы таких, как ты, не любим. Привыкли жить на всем готовеньком. А у нас тут суровые будни. Да и выглядишь ты слабаком. С тобой играть-то, небось, неинтересно. Ну почему? Играть я люблю. И не такой уж я слабый. Ха, тоже мне сказочник. Слышали мы таких. Ты докажи. Видишь, вон пять рыб по двору раскиданы. А ну-ка, достань их все, тогда и поговорим. Рыба лежит в разных труднодоступных местах. Какую-то просто взять, а за какую-то надо прыгать. Помни, что если ты прыгаешь несколько раз подряд, каждый твой следующий прыжок дальше и выше предыдущего. Вот первая. Вопрос. Отлично. Ага. I told you.
Молодец! У тебя хорошо получается! Третье. Да. Вот. Отлично. А то. Отлично. Да, вперед. Давай-ка, подчинись. Отлично. Вот, да, отлично. Да, да не вопрос. Отлично. Отлично. Да, вперед. Вперед. Отлично. Ага. Отлично. Да не вопрос. Отлично. Вперед. Да не вопрос. Да. А то.
вперед. Отлично. Вот. Да. Вот последняя рыбка. Ребят, вот рыба. Вот видите, я же говорила, что он хороший кот. Хм, хороший или нет, это мы сейчас еще посмотрим. Велика заслуга. Рыбу по двору собрать, фррр. А вот пойдем с ним на серьезное приключение. А он бегает плохо. Пиши пропало тогда. Слышь, городской, ты бегаешь как вообще? Да нормально вроде бегаю. Хм, ну давай посмотрим. Сможешь ли ты вообще за минимальное время хотя бы вокруг двора пробежать? Гляди, Парфентий, сейчас тебе предстоит пробежать на время по дорожке. Для того, чтобы успеть, тебе придется ускоряться. Но бесконечно бегать с ускорением нельзя. Даже самые выносливые быстро устают. Поэтому старайся бежать разумно, ускоряться только на прямых участках. По дорожке могут встречаться разные препятствия, а бегай их или перепрыгивай. Для того, чтобы время пошло, выйди на старт, и я скомандую, когда начинать бежать. На старт! Внимание! Марш! Собирай и используй молоко и сметану везде, где можно. Давай, давай! Ну да, вроде пробежал. Молодец какой. Конечно, не такой быстрый, как я, но тоже ничего так.
Ух ты, молодец! Ну, разбегать ты умеешь, что айда на перегонки. Как будешь готов, подходи ко мне и побежим. Ты бегать и прыгать умеешь. Надо бы твои способности применить по назначению. Может, поможешь мне? У дедушки антенна на крыше сломалась, а он сам залезть не может. Высоко, лестницы нет. Давай, может, ты поможешь. Ты ж такой проворный. Я буду тебя около колодца ждать. Как будешь готов, подходи. Ну как, поможешь? Антенна на крыше, кажется, вот так близко. Но добраться туда нелегко. Возьмешься за дело? Да я самый лучший специалист по антеннам. Сейчас я в раз до нее доберусь. Отлично, отлично, вот. Ага, да. Идем. Ты уже далеко добрался, еще чуть-чуть. Отлично. Последний кусок пути. Смотри, не упади. Так, посмотрим. Ага, вот тут провод оторвался. Сейчас его подкручу. Отлично. Теперь дедушка будет в хорошем настроении и наверняка угостит нас рыбой. Кстати, раз ты такой ловкий, может, поможешь нашей буренке? У нее есть для тебя задание. Эй, домашний, выходи! Заяц пришел говорить! Тебя чего, длинноухий? Меня зовут Заяц. Кто бы мог подумать? Я лучший бегун в лесу. Говорят, что вы тут тоже гонками развлекаетесь. Выставляйте своего чемпиона,
Устроим соревнования. Лесные против домашних. А вот это интересно. Таких чемпионатов мы еще не проводили. Ну вы там разберитесь, кто у вас чемпион. И пущай ко мне приходит. Я тут около камушка подожду. Здравствуй, городской котик. Поможешь мне? Хочу договориться с подругой. Корова из деревни завтра на лугу у леса встретится. Да не вопрос. Прямо сейчас послание доставлю. Хорошо, что ты согласился помочь корове. Подруга ее живет рядом тут. Но просто так во двор не попадешь. Придется пробираться за дворками. Деревня опасная для кошки место. Тут полно собак, и не все жители любят кошек. Смотри аккуратней. Постарайся не спускаться на землю, а держись все время где-нибудь в недоступном месте. Если вдруг упадешь, тут же наверх забирайся как можно быстрее. Тебе для начала надо бы попасть на крышу кузницы. Молодец! Это первый этап. Дальше будет чуть трудней. Готов.
Отлично! Отлично. Да, да не вопрос. А то. Отлично. Отлично! Последний кусок пути. Смотри, не упади! Thank you.
ее. Вот. Да, вперед. Отлично. Вперед. Привет, котик. Ты чего тут делаешь? Привет. Тебе наша буренка просила передать: встреча завтра на лугу у леса. А, поняла. Хорошо, что предупредили. А то бы я пошла совсем на другой луг. Спасибо тебе, котик. Давай, выбирайся оттуда. Я тебя тут жду и пойдем домой. Отлично, пошли. Ну что, готов? В общем, это моя любимая трасса. Если хочешь победить меня, ты должен пробежать быстрее, чем до тебя пробежал я. Готов? Да, всегда готов. Да, всегда готов. На старт. Внимание. Марш. Ну-ка, поторопись, а то не успеешь. Дальше множество препятствий будет. Смотри аккуратней. Ты глянь, хорошо бежишь! О, ты подобрал специальную жидкость, ускоряющую. Выпьешь ее и побежишь быстро-быстро. Еще один круг. Да.
Давай-ка, подчинись. О, да ты быстро бегаешь. Давай к следующей. Финиш скоро! Вот это ты молодец! Лучше, чем я пробежал. Уважаю. Ха, обогнать тебя легко, а вот меня он не обгонит. Слышь, городской, давай-ка со мной посоревнуйся. Победишь, будешь чемпионом двора по бегу. Ну, впрочем, это вряд ли. Подойди ко мне во дворе, когда захочешь со мной посоревноваться. Ну что, ты решился со мной потягаться? Давай, победит сильнейший. Значит так, бежим два круга, ты и я. Бежать можно как угодно, главное отмечаться на контрольных точках. Смотри, Парфентий, принц очень хороший бегун. Он не умеет ускоряться, но умеет зато постоянно бежать с более высокой скоростью, чем ты. Твой шанс – грамотное использование предметов, что можно подобрать. Но этого мало. Если ты хочешь победить, тебе необходимо находить дороги, где можно срезать путь. Ну, хватит инструктажа. Побежали уже. На старт. Внимание! Марш! О, мост сломался. Прыгать я не мастак, так что я в обход побегу. Смотри, Парфентий, это твой шанс. Давай напрямик через разрушенный мост. Прыгай! Еще отлично! Давай к следующей точке. Да.
Давай быстрей, а то принц догоняет. Второй круг пошел. Сейчас надо через другие точки пробежать. Смотри в оба. Ищи более короткую дорогу. Давай, еще немножко. Эй, ты не можешь меня обогнать. Стой! Победил. Молодец. Да уж, так и быть. Признаю твое превосходство. Ты теперь чемпион двора. Слушай, Парфентий, а вот тот двор с кузницей, через который ты пробегал в деревне, помнишь? Ну да, там еще рыбы много. Угу, рыбки там много и такая вкусная. Та, что копченая, то для людей, а вот среди сетей в центре, видел, мелочь всякая навалена, а вот полакомиться бы. Так чего ж ты сразу не сказал? Сейчас я тебе принесу, это ж тем более все равно люди не едят. Пропадет продукт. Хорошо. Как соберешься, зови меня и сходим. Готов? Пошли за рыбкой. Да, пошли. Гляди, там собак во двор выпустили. Так они рыбу не едят. Чего им жадничать? Ну, сами-то не едят, а и нам не дадут. Давай не будем связываться. Пошли домой. Ну уж нет. Я обещал тебе достать эту рыбу, значит, достану. Ой, осторожней только. Как бы они тебя не покусали. Ты залезь на крышу и смотри, как собака отбежала, беги быстрее, хватай рыбку и неси сюда. Вперед. Да. Вперед. Вот рыбка. Там еще три осталось. Как раз принцу, Ваське и мне. Ой, осторожней.
Может, я просто своей поделюсь? Нет уж, давай я лучше ту принесу. Жаль ведь продукт, пропадет. Беги, беги оттуда быстрей! Вот вторая для Васьки. Держи. Вот третья для принца. А вот и моя. Пошли домой. Ой, спасибо. Вкусная рыбка? Вкусная, да мало. У меня есть интересная идея, чем нам с тобой заняться. Знаю я тут одно место, где рыбы полно... Как будет время, подходи, поговорим. Тут недалеко живет один дядька. Гнусный тип, кошек ненавидит. А еще рыбак заядлый. Ладно бы сам ловил, так часто у нашего деда рыбу из сетей забирает. Нехороший человек, одним словом. Вот недавно опять дед ходил на рыбалку и вернулся ни с чем. Пока спал, утащили у него весь улов. Давай-ка мы справедливость восстановим, вернем нашу рыбу. Только дело серьезное. Дядька тот злой, больно собак много держит. Огородился стеной толстой, так что не просто нам придется. Как будешь готов, подходи ко мне, да и пойдем. Готов? Вернем нашу рыбу? Да, восстановим справедливость. А?
Но, я ж говорил, глянь, какую стену соорудил, отгородился от всех. И собак вон сколько напустил. Вон наша рыба. Давай так, я буду бегать рыбу таскать, а ты тут сиди ее складируй. Хорошо, только осторожней, прячься, если что. Запрыгивай туда, где не достанут. Я смотреть на это не могу. Беги оттуда! Вот первая. Говорил, покусают. Пошли домой, полечишься. И как будешь готов, еще раз попытаемся. Как дела? Хочешь поиграть в стихи? Это очень интересная игра. Это как? Расскажи. Я тебе читаю стих, а ты запоминаешь, а потом я тебе говорю первую строчку из стиха, а ты мне вторую. Я тебе третью, а ты мне четвертую. И так далее. О, это интересно. Можно попробовать, как будет время. Ну что, играем в стихи? Да, давай. Ну, давай начнем с простого. Слушай, у лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, и днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Идет направо, песнь заводит, налево сказку говорит. Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит. Там на неведомых дорожках следы невиданных зверей. Избушка там на курьих ножках стоит без окон, без дверей. Запомнил? Ну давай, я говорю первую строчку, ты говоришь вторую. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. Верно. Следующая строчка. И днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Верно. Следующая строчка. Идет направо, песнь заводит, налево сказку говорит. Вот правильно. Первую часть ты ответил всю правильно. Давай повторим весь стих. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, и днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Идет направо, песнь заводит, налево сказку говорит. Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит. Там на неведомых дорожках следы невиданных зверей. Избушка там на курьих ножках стоит без окон, без дверей.
Первую часть мы прошли, давай вторую. Там чудеса, там леший бродит. Русалка на ветвях сидит. Верно, следующая строчка. Там на неведомых дорожках. За следы невиданных зверей. Верно, следующая строчка. Избушка там на курьих ножках. Стоит без окон, без дверей. Вот и отлично. Давай все вместе повторим. Повторяй за мной. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. И днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Идет направо, песнь заводит, налево сказку говорит. Там чудеса, там леший бродит. Русалка на ветвях сидит. Там на неведомых дорожках следы невиданных зверей. Избушка там на курьих ножках стоит без окон, без дверей. Молодец! Как будет время, приходи. Можем поиграть в более сложные стихи. Ну что, еще поиграем? Да, давай, мне понравилось. Мороз и солнце, день чудесный. Еще ты дремлешь, друг прелестный. Пора, красавица, проснись. Открой сомкнутые негой взоры навстречу северной авроры. Звездою севера явись. Вечер, ты помнишь, вьюга злилась, на мутном небе мгла носилась, луна, как бледное пятно, сквозь тучи мрачной желтела, и ты, печальная, сидела, а нынче погляди в окно. Под голубыми небесами, великолепными коврами, блестя на солнце, снег лежит. Прозрачный лес один чернеет, и ель сквозь ини зеленеет, и речка подо льдом блестит. Запомнил? Да. Не, повтори. Да, да, да. Итак, поехали. Мороз и солнце, день чудесный. Еще ты дремлешь, друг прелестный. Верно. Следующая строчка. Пора, красавица, проснись. Открой сомкнутый негой взоры. Верно, следующая строчка. Навстречу северной авроры. Звездою севера явись. Молодец, давай весь стих повторим и перейдем ко второй части. Мороз и солнце, день чудесный. Еще ты дремлешь, друг прелестный. Пора, красавица, проснись. Открой сомкнутой негой взоры навстречу северной авроры. Звездою севера явись. Вечер, ты помнишь, вьюга злилась, на мутном небе мгла носилась, луна, как бледное пятно, сквозь тучи мрачной желтела. И ты, печальная, сидела, а нынче погляди в окно. Под голубыми небесами, великолепными коврами, блестя на солнце, снег лежит. Прозрачный лес один чернеет, и ель сквозь ини зеленеет, и речка подо льдом блестит. Первую часть мы прошли, давай вторую. Вечер, ты помнишь, вьюга злилась, на мутном небе мгла носилась. Верно, следующая строчка. Луна, как бледное пятно, сквозь тучи мрачные желтела. Верно, следующая строчка. И ты, печальная, сидела, а нынче погляди в окно. Уф,
Вторую часть освоили. Еще раз повторю весь стих, и давай к третьей перейдем. Мороз и солнце, день чудесный. Еще ты дремлешь, друг прелестный. Пора, красавица, проснись. Открой сомкнутый негой взоры навстречу северной авроры. Звездою севера явись. Вечер, ты помнишь, вьюга злилась, на мутном небе мгла носилась, луна, как бледное пятно, сквозь тучи мрачной желтела, и ты, печальная, сидела, а нынче погляди в окно. Под голубыми небесами, великолепными коврами, блестя на солнце, снег лежит. Прозрачный лес один чернеет, и ель сквозь иней зеленеет, и речка подо льдом блестит. Под голубыми небесами, великолепными коврами. Верно. Следующая строчка. Блестя на солнце, снег лежит. Прозрачный лес один чернеет. Верно. Следующая строчка. И ель сквозь иней зеленеет. И речка подо льдом блестит. Ох, молодец, ты очень умный кот. Такой длинный стих запомнил. Давай еще раз повторим его весь. Повторяй за мной. Мороз и солнце, день чудесный. Еще ты дремлешь, друг прелестный. Пора, красавица, проснись. Открой сомкнутый негой взоры навстречу северной авроры. Звездою севера явись. Вечер, ты помнишь, вьюга злилась, на мутном небе мгла носилась, луна, как бледное пятно, сквозь тучи мрачной желтела, и ты, печальная, сидела, а нынче погляди в окно. Под голубыми небесами, великолепными коврами, блестя на солнце, снег лежит. Прозрачный лес один чернеет, и ель сквозь иней зеленеет, и речка подо льдом блестит. Молодец! Как будет время, приходи. Можем поиграть в более сложные стихи. Ну что, еще поиграем? Нет, я просто поздороваться хотел, узнать, как жизнь и все такое. У меня еще дел полно, может, позже. О, так значит, ты чемпион двора. Ну что ж, для начала тебе надо пройти отборочный тур. У нас одна трасса, на которой мы все соревнования проводим. Готов размяться? Вперед! Значит так, чтобы нам время не терять и зазря не гонять. Давай для начала ты просто пробежишь по трассе за отведенный отрезок времени, чтобы понять, стоит ли с тобой вообще соревноваться. А то, может, ты так слаб, что... Слишком много слов. Я побежал. Thank you.
далеко. О как! А вы, домашние, умеете бегать, оказывается. Ну что ж, как будешь готов к следующему этапу, подходи. Я буду там же, у камня. Значит так, просто бегать ты можешь. А вот как у тебя дела обстоят с прыжками? Наверняка ведь не умеешь. Сейчас мы это и проверим. Да, давай начнем. Значит так, та же самая трасса, но по другому маршруту. Твоя задача пробежать за отведенное время, перепрыгивая или оббегая препятствия, которые встречаются на дороге. Парфентий, ты главное запомни, что можно прыгнуть несколько раз подряд, и каждый следующий прыжок будет выше и дальше предыдущего. Но так может быть не более 4 прыжков подряд. Да, еще не забывай, когда ты просто прыгаешь, ты подлетаешь высоко, но недалеко. А вот если ты во время ускорения прыгнешь, то ты полетишь намного дальше. Да, принц прав. И при ускорении ты тоже можешь распрыгиваться, подпрыгивая несколько раз подряд. И каждый следующий прыжок будет дальше, чем предыдущий. Но так не больше 4 прыжков подряд. Вы там все обсудили? Давай уже, беги! Вперед.
Осторожней дальше, не упади в воду! Упал в воду — дисквалификация. Сразу засчитывается поражение. Раз. И тут управился. Ну ладно. Следующий забег финальный. На перегонки побежим. Тут-то ты уже не сможешь победить. Как будешь готов, приходи к камню. Я буду ждать. Ну что, еще поиграем? Да, давай, мне понравилось. Однажды в студеную зимнюю пору я из лесу вышел. Был сильный мороз. Гляжу, подымается медленно в гору лошадка, везущая хворосту воз. И, шествуя важно, в спокойствии чинном, лошадку ведет под усцы мужичок. В больших сапогах, в полушубке овчином, в больших рукавицах, а сам с ноготок. Здорово, парнище! Ступай себе мимо! Уж больно ты грозен, как я погляжу. Откуда дровишки? Из лесу вестимо. Отец, слышишь, рубит, а я отвожу. В лесу раздавался топор дровосека. А что, у отца-то большая семья? Семья-то большая. Да два человека всего, мужиков-то. Отец мой, да я. Так вот оно что. А как звать тебя? Власом. А кой тебе годик? 6-й миновал. Ну, мертвая! Крикнул малюточка басом, рванул под усцы и быстрее зашагал. Запомнил? Да, да, да. Начнем. Однажды в студеную зимнюю пору Я из лесу вышел. Был сильный мороз. Верно. Следующая строчка. Гляжу, поднимается медленно в гору лошадка, везущая хворосту воз. Верно. Следующая строчка. И шествуя важно, в спокойствии чинном, лошадку ведет под усцы мужичок. Верно. Следующая строчка. В больших сапогах, в полушубке овчином, в больших рукавицах, а сам с ноготок.
Умница! Теперь давай повторим весь стих и перейдем ко второй части. Однажды в студеную зимнюю пору я из лесу вышел, был сильный мороз. Гляжу, подымается медленно в гору лошадка, везущая хворост увоз. И, шествуя важно, в спокойствии чинном, лошадку ведет под усцы мужичок. В больших сапогах, в полушубке овчином, в больших рукавицах, а сам с ноготок. Здорово, парнище! Ступай себе мимо. Уж больно ты грозен, как я погляжу. Откуда дровишки? Из лесу вестимо. Отец, слышишь, рубит, а я отвожу. В лесу раздавался топор дровосека. А что, у отца-то большая семья? Семья-то большая. Да два человека всего мужиков-то. Отец мой, да я. Так вот оно что. А как звать тебя? Власом. А кой тебе годик? 6-й миновал. Ну, мертвая! Крикнул малюточка басом, рванул под усцы и быстрее зашагал. Здорово, парнище! Ступай себе мимо! Верно. Следующая строчка. Уж больно ты грозен, как я погляжу. Откуда дровишки? Из лесу вестимо. Отец, слышишь, рубит, а я отвожу. Верно. Следующая строчка. В лесу раздавался топор дровосека. А что, у отца-то большая семья? Семья-то большая. Да два человека. Всего мужиков-то. Отец мой, да я. Молодчина. Осталось совсем чуть-чуть. Прежде чем продолжить, давай повторим весь стих. Однажды в студеную зимнюю пору я из лесу вышел. Был сильный мороз. Гляжу, подымается медленно в гору лошадка, везущая хворост увоз. И, шествуя важно, в спокойствии чинном, лошадку ведет под усцы мужичок. В больших сапогах, в полушубке овчином, в больших рукавицах, а сам с ноготок. Здорово, парнище! Ступай себе мимо. Уж больно ты грозен, как я погляжу. Откуда дровишки? Из лесу вестимо. Отец, слышишь, рубит, а я отвожу. В лесу раздавался топор дровосека. А что, у отца-то большая семья? Семья-то большая. Да два человека всего мужиков-то. Отец мой, да я. Так вот оно что. А как звать тебя? Власом. А кой тебе годик? 6-й миновал. Ну, мертвая! Крикнул малюточка басом, рванул под усцы и быстрее зашагал. Так вот оно что. А как звать тебя? Власом. Верно. Следующая строчка. А кой тебе годик? 6-й миновал. Верно. Следующая строчка. Ну, мертвая! Крикнул малюточка басом. Рванул под усцы и быстрее зашагал. Какой сложный стих выучил. Давай теперь его повторим. Повторяй за мной. Однажды в студеную зимнюю пору я из лесу вышел. Был сильный мороз. Гляжу, подымается медленно в гору лошадка, везущая хворост увоз. И, шествуя важно, в спокойствии чинном, лошадку ведет под усцы мужичок. В больших сапогах, в полушубке овчином, в больших рукавицах, а сам с ноготок. Здорово, парнище! Ступай себе мимо. Уж больно ты грозен, как я погляжу. Откуда дровишки? Из лесу вестимо. Отец, слышишь, рубит, а я отвожу. В лесу раздавался топор дровосека. А что, у отца-то большая семья? Семья-то большая. Да два человека всего мужиков-то. Отец мой, да я. Так вот оно что. А как звать тебя? Власом. А кой тебе годик? 6-й миновал. Ну, мертвая! Крикнул малюточка басом, рванул под усцы и быстрее зашагал.
спасибо, что поиграл со мной в стихи. Было весело. Но еще других дел полно, так что придется ими заняться. Ой, ничего не получится! Все пропало! Чего случилось? Не хочешь со мной бежать на перегонки? Да, на перегонки у тебя нет шансов. Но на трассу нашу стая волков пришла. Теперь не до бега. Я не побегу, пока они там. Боюсь очень. Буду тут сидеть. Пойду-ка я с Лукерией поговорю. Она умная, может, придумает чего. Слушай, Лукерья, проблема у меня. Заяц отказывается соревноваться дальше. Говорит, волки трассу перекрыли, мол, не до бега. Да, проблема. Есть у меня мысль, но опасно это все. Опасность — мое второе имя. Говори, чего делать надо. Есть у меня чудо-трава. Волки ее запаха боятся. Коль раскидать эту траву в ключевых местах трассы, то убегут серые и не вернутся. И можно будет дальше соревноваться вам. Отлично! Пойду зайцу скажу про идею. Да, вот. Говоришь, Лукерья траву дала волков отгонять? Я не трус, но не пойду ее раскидывать. Так что ты сам как-нибудь, а я подожду. Не вопрос. Пошли, прямо сейчас пойду. Смотри, Парфентий, волки злые и могут тебе большой вред причинить. Будут они на тебя кидаться, как увидят. Ты поэтому, как видишь волка, что бежит он на тебя с намерениями злыми, забирайся куда-нибудь и жди, когда он уйдет. А там слезай и дальше беги. Смотри, какой настой хороший. Коль выпьешь его, то так быстро станешь, что будет казаться, что мир окружающий замер. И сможешь у волков под самым носом проскочить. Отлично, этих волков отпугнули. Ага, этих тоже прогнали. И эти убежали. И тут теперь дорога свободна. Ага, отлично. Ага.
Молодец, разогнал всех волков. Пошли обратно, зови зайца того на гонки. Теперь ему не отвертеться от забега. Ну что ж, это финальный забег. Ты и я, два круга. Кто быстрей? Готов? А то. Давай быстрее уже начнем. Тут у тебя задача пробежать два круга быстрее зайца. Он быстрый, а ты умный. Срезай где можно, я в тебя верю, ты победишь. На старт, внимание, марш! Я забыл сказать, на самом деле через мост бежать не надо. Можно напрямую. Заяц на ходу правила меняет. Так нечестно. Парфентий, давай вниз сразу спрыгивай. Обгони этого плутишку. Я сейчас по трассе пробежал, раскидал для тебя, Парфентий, всяких полезных штук. Используй на здоровье. Главное, обгони зайца. Хорошо бежишь, давай еще один кружок! Давай, городской, не подведи! Ваша взяла. Это ты еще со мной, ушастый, на перегонке не бегал. Я бы тебя на круг обогнал. Вот ты хвостун, принц. Молодец, Парфентий. Ты теперь победитель лесного чемпионата и абсолютный чемпион района. Ура! Домашние! Снова ты? Беда! Ребята, помогите! Парфентий, ты вон волков распугал! Может, и сейчас поможешь?
Что случилось? Кабаны дикие утащили все наши запасы яблок. Голодаем. Может, поможешь вернуть, как будет время? Я тут около камушка подожду. Готов? Вернем нашу рыбу? Да, восстановим справедливость. Я ж говорил, глянь, какую стену соорудил, отгородился от всех. И собак вон сколько напустил. Вон наша рыба. Давай так, я буду бегать рыбу таскать, а ты тут сиди ее складируй. Хорошо, только осторожней, прячься, если что. Запрыгивай туда, где не достанут. Я смотреть на это не могу. Беги оттуда! Вот первая. Говорил, покусают. Пошли домой, полечишься. И как будешь готов, еще раз попытаемся. Готов? Вернем нашу рыбу? Да, восстановим справедливость. Я ж говорил, глянь, какую стену соорудил, отгородился от всех, и собак вон сколько напустил. Вон наша рыба. Давай так. Я буду бегать рыбу таскать, а ты тут сиди ее складируй. Хорошо, только осторожней, прячься, если что. Запрыгивай туда, где не достанут. Ой, я смотреть на это не могу. Вперед, отлично. Беги оттуда! Вот первая. Отлично. Отлично. Вперед. Вперед. Вот вторая. Отлично.
Третья. Четвертая. Сейчас последняя осталась. Вот последняя рыбка. Молодец! Пойдем домой. Ой, что-то мне худо. А я говорила тебе, не ешь самую большую рыбу. Слишком много ее для тебя одного. Ой, да кто ж знал. Ой, помираю. Вот напасть, Парфентий. Надо принцу помочь. Знаю я травы целебные, что в лесу растут. Как раз от желудка. Сможешь собрать? Я знаю дорогу. Собирайся скорей. Я буду тебя у ворот ждать, да и побежим. Ну что, поможешь? Да, побежали. Вон, видишь, раскидали они яблоки по местам разным. Сможешь достать? А сами чего? Так мы ж зайцы, народ трусливый. А у вас вон какой храбрец, волков не испугался. Чего ему какие-то кабаны? Ну, в общем, сидите здесь. Постараюсь принести все яблоки. Осторожно, Парфентий. Кабаны очень опасны. Коль бросятся на тебя, спасайся бегством, да запрыгивай, куда они достать не могут. Ой, осторожней! Вот тебе, косой, одно яблоко. Беги, беги оттуда быстрей! Вот тебе, косой, второе яблоко.
Вот тебе, косой, третье яблоко. Давай сюда! Еще одно осталось. Я смотреть на это не могу. Вот, вроде все. Ой, спасибо! Спас нас! Зачем наши яблоки утащили? Что же мы теперь есть-то будем? Это наши яблоки! У вас шишки есть! Так у нас все шишки волки утащили! Нам вот пришлось ваши яблоки забирать! Могли бы лучше шишки у волков отобрать обратно! Боимся мы их, волков! Много их! А зачем волкам шишки? Они же их не едят! Не знаю зачем! Покидали их у себя в лесу и убежали куда-то. Но нам все равно страшно туда ходить. Может, поможете? Да, только домой сходить надо бы. Хорошо, тогда я там у камня подожду вас. Вы как соберетесь, подходите, я покажу вам, где волки шишки попрятали. Ну что, идем за шишками? Да, показывай дорогу. Вот тут они шишки раскидали. Странно, что самих волков не видать. Сейчас быстро все перетаскаем. Будь осторожней. Отлично! Одна у меня! Вот он, братцы! Попался! Думал, мы так вот запросто забыли, что ты помешал нам зайцев ловить на их дорожке! Так вот, зачем вы шишки перетаскали? Ага! Мы знали, что это деревенский герой кабанам помочь постарается! И устроили засаду! Оставил нас однажды без зайчатины! Теперь не уйдешь! Ой, беда! А я и не знал! Простите, что привел вас сюда. Ну уж нет. Все шишки кабанам верну и от вас убегу. Беги, беги оттуда быстрей!
Вот одна шишка. Давай сюда! Эй, осторожнее, а то закусают! Вот еще одна. Беги, Парфентий, беги! И еще шишечка. Беги оттуда! Вот еще. Давай, поднажми. Все, последнее. Что, серые, не поймали? Вот те раз, братцы. Обвел нас этот городской вокруг лапы опять. Так над вами теперь весь лес смеяться будет. И бояться вас больше никто не будет. Вот беда. Если нас бояться перестанут, то побьют еще чего доброго. Бежим, братцы, в леса далекие, пока нас звери лесные не отмутузили. Вот спасибо тебе, Парфентий. И шишки нам вернул. Да и волки от позора такого убежали в леса дальние. Ай, молодца. Гораст ты таскать рыбу да яблоки с шишками. Присуждаю тебе официальное звание. Кот-проказник. Собрался? Бежим за травами лечебными? Да, я готов. Вперед! Лес этот глухой,
место дикое, волки тут водятся, погрызть могут. Трав надо 5 собрать разных. Как все соберешь, возвращайся. Ай, я тут буду ждать, а ты в лесу смотри осторожней. Вот первая травинка. Да не вопрос. Так, это тоже то, что надо. И вот это возьмем. Да. Ага. Ага. Вот еще один ингредиент для лекарства. Все, все, что надо, у меня. Теперь обратно. Отлично! Побежали быстрее домой и отдадим лечебную траву Лукерье. Принесли? Отлично! Сейчас... На, съешь! Фу, какая гадость! А животом страдать лучше? Ничего, может, на вкус оно и не очень, зато полезно. О, мне много лучше. Это хорошо, но все равно для профилактики надо бы тебя к ветеринару отнести. Только маленькая хозяйка с бабушкой и дедушкой ушли в деревню, в гости. Какой кошмар!
Я обречен. Прощайте, друзья. Вот ты ж нытик, принц. Парфентий, мы уже бывали с тобой в деревне. Давай ты сбегаешь за дедушкой, а я пока послежу, чтобы принц совсем в уныние не впал. А Васька мне поможет. Хорошо, я побежал. Сумерки уже. Все по домам сидят, а собак, наоборот, выпустили. Надо быть осторожней. Ага. Отлично. Отлично. Вперед. А то. Да. 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 Отлично. Отлично. Мяу, мяу.
Отлично. Вперед, а то. Вот. Ага. Ага. Отлично. А то. А то. Да. Да не вопрос. Да. 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 Вперед. Да не вопрос. Вперед! Отлично! Вперед! Да не вопрос! Да не вопрос! Да! Thank you.
Мяу. Ой, это же Парфентий. Что-то случилось дома. Пошли быстрее домой, посмотрим, что произошло. Молодец, Парфентий. Сейчас принцу у ветеринара сделают промывание желудка, и завтра будет как новенький. Это ты молодец, Лукерия. Всегда спокойная и знаешь, что делать. Ты такая хорошая. Ты льстец. Но все равно спасибо. Лукерия такая молодец. Так хочется ей что-нибудь приятное сделать. А ты подари ей цветы. О, точно. Как я сам не догадался. Сейчас нарву. Не, это простые цветы, а ты подари ей необычные, да? Я знаю, где растет один такой. Только это опасное место. Болото. Ну, Лукерия достойна лучшего. Показывай, где это болото. Принесу ей этот самый лучший цветок в мире. Не кричи так, а то весь сюрприз испортишь. Я тебя у ворот жду. Готов? Давай, показывай дорогу. Вот они, болото. Опасное место. Ты уверен, что сможешь достать? Попытаюсь. Смотри осторожней. Помни, что если ускориться, то прыгнешь дальше. А если прыгнуть несколько раз подряд, то с каждым следующим прыжком лететь будешь дальше и выше. Но не больше 4 раз подряд так прыгать можно. Потом уставать будешь. Понял. Жди меня тут. Я скоро. Я смотреть на это не могу. Ага. А то.
Ой, осторожней! Не рискуй сильно, а то у меня же поджилки трясутся. Цветок у меня. Теперь обратно. Достал? Молодец! Вот она удивится! Но ты настоящий герой! Лукерья, это тебе! Какая красота! Спасибо. Вот это да. Такие же только в центре болот растут. А то. Ну, я в восторге. Парфентий, ты теперь для меня наибольший дворовой авторитет. Лето пролетело быстро, и маленькой хозяйке настала пора возвращаться домой. Эх,
хорошо было. Да, как-то быстро лето пролетело. А я помню, когда ты приехал, мы считали тебя обычной городской неженкой. А теперь ты чемпион района по бегу. Ну и вообще, первый кот на деревне. А еще я знаю, что ты кот, поэт. Ах. Да, всегда грустно прощаться. Но в следующем году маленькая хозяйка снова приедет в гости. Приеду и я. Так что не скучайте, друзья. Мы еще обязательно встретимся. Конечно! На этом наша история подходит к концу. Но это лишь начало. Ведь впереди у Парфентия целая жизнь и множество приключений. Да и в деревню к друзьям он обязательно еще приедет. И не раз.